Друзья мои, всем здравствуйте! Сегодня мне хочется сделать обзор моих продуктовых покупок в городе Сочи. Все говорят почему-то, что в городе Сочи очень дорого стоят продукты. Ну, давайте сейчас я сделаю вам обзор. Вот мой чек. Сегодня я купила продукты на 881 рубль 49 копеек. Ну, естественно, как экономист по профессии, а также экономист в душе, я смотрела все-таки продуктовый свой набор по акциям, потому что не люблю очень сильно переплачивать бестолково деньги. Сегодня акция на один товар, завтра акция на второй товар. Почему бы не варьировать и не смотреть, какие цены выгоднее для вас сегодня? Так вот, смотрите. Значит, вот такой вот килограмм печенья. Очень вкусное оно, кстати, это печенье. Я взяла за 119 рублей. Килограмм. Целая пачка. Я считаю, что это очень-очень выгодно. Дальше. Масло сливочное. Вот это вот масло сливочное. 72,5%. 54 рубля 50 копеек. Вот. Никакой это не спред. Не с растительным маслом, а прям масло. Нормальная цена, я считаю. Дальше поехали. Сметана 45,90. Вот эту сметану я, кстати, очень люблю. Она хорошая. 45,90. Тоже там какая-то была небольшая акция. И я взяла эту сметану. Вот, смотрю по чеку дальше. Кубанская буренка кефир. 20 рублей 50 копеек. Вот. Кстати, кубанская буренка, мне очень нравится эта фирма. Все вкусное. Так. Дальше рожок 21,90. Вот он всегда такой мягкий, вкусный. На бутерброды с сыром, с маслом очень-очень чудесно идет. Сметанин, ряженка 16 рублей, представляете? Вот такая ряженка. 2,5%. Дальше. Фасоль. Я люблю вот такую вот брать фасоль. Мне нравится для борща. Вот я ее две баночки взяла. Для борща, для салата можно. Очень удобно. Взял, открыл и быстро в борщ положил. Дальше. Картофель. Свежий урожай. По 44,90. Вот я взяла здесь кило 300 на 55 рублей. Хороший, отличный картофель. Вот, прям отличный. Поехали дальше. Кубанская буренка молоко 47,60. Вот. Я вам уже сказала, что мне нравится молоко кубанская буренка. Я его всегда беру. 47,60. Дальше сыр косичка. Вот с ним я немножко, конечно, промахнулась. Он без акции шел. Вот за эту косичку я заплатила 161 рубль 17 копеек. А вот, кстати, на улице продают. Ну, опасно, конечно, брать. Наверное, все-таки, не знаю... Неправильно, может быть, технологии там, не знаю. Там по 100 рублей продают бабульки. Вот такой сырок. Дальше йогурт. 28,50. Коровка из Кореновки. 28,50 вот такой йогурт стоит. Майонез шел по акции 39,90 на перепелином яйце. А основная цена у него, по-моему, 59 рублей. Так что тоже по акции. Дальше творог. Мне вот такой вот очень нравится творог. Кубанский молочник. 5%. 52 рубля. А в Перекрестке я на днях брала 42 рубля. По акции он был. Так что можно, в принципе, варьировать. Где-то подешевле брать. Распродажи идут во всех магазинах. Вот так. Дальше. Ну, попкорн я взяла. Похрустеть захотелось. Это сама приготовлю я его с карамелью в микроволновой печи. Яблоки
свежий урожай. Вот такие хорошие. Я вот такие брала, они вкусные, мне нравятся. Вот эти яблочки по 82 рубля. Вот, и последние томаты по 106 рублей, помидорчики. Неплохие, хорошие помидорчики. Я тоже уже такие брала для салата. Самое то. Вот такой продуктовый набор я сегодня взяла. Да, вот еще апельсинки у меня лежат. Я хочу вам сказать, у нас на рынке они здесь продаются по 60 рублей. Вкусные, сочные апельсины. Ну вот, так что если кто-то говорит, что цены в Сочи заоблачные, то вы им не верьте. Можно запросто ходить по магазинам, выбирать товары по акции и очень выгодно покупать. А на рынке, между прочим, очень охотно торгуются с вами. Я очень люблю торговаться. И там они уступают. Апельсины вот стоили 70 рублей, я их по 60 купила. Там, например, сейчас покажу вам хурма сушеная. Вот, смотрите-ка. Сушеная хурма. Я зашла на рынок, были по 500 рублей. Пошла туда подальше, по 350 рублей. А зашла за рынок, и там посмотрела, походила, и даже сторговалась, по 200 рублей купила. Ну, разве не чудо? Очень вкусная, сладкая, такая мягкая. Я обожаю сушеную хурму, просто обожаю. Так что, вот я вам сделала обзор продуктовых моих покупок сегодня, 11 марта 2018 года. Ну, до новых встреч, мои хорошие друзья. Пока!